Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Гороскоп представляет Мастер Градус. Звезды рекомендуют посетить магазин Мастер Градус. Здравствуйте, вы смотрите Гороскоп. Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. На протяжении всего дня вас могут преследовать мелкие проблемы, делающие настроение отнюдь не праздничным. Придется проявить такие качества, как аккуратность, гибкость и энергичность. Телец. В этот день вам полезны умеренные физические нагрузки. Пешая прогулка, поездка за город, занятия фитнесом не только помогут вам поддерживать хорошую форму, но и доставят удовольствие. Близнецы. Утонченность и изысканные эстетические запросы могут оказаться неактуальными. На первый план выходят такие качества, как прагматизм, тщательность и оперативность. Рак. Повышается вероятность срочной короткой поездки и интенсивного общения с близкой родней. В это время вы способны успевать сразу на нескольких фронтах. Лев. В этот день для вас повышается значимость материального аспекта существования. Не исключены приобретения, связанные с ремонтом или какими-либо хозяйственными вопросами. Дева. Это подходящий момент для попытки расширить сферу своего влияния или укрепить свой авторитет конкретными поступками. Ваша энергичность будет заразительной. Весы. Избегайте избыточной активности, она может незаметно подорвать ваше здоровье и привести к обострению какого-либо хронического заболевания. Скорпион. Ваши друзья и родственники в этот день склонны к повышенной активности, но также и к противоречивости поступков. Не исключено, что этими же качествами будете отличаться и вы сами. Стрелец. Обстоятельства этого дня создают предпосылки для нервозности и непоследовательности, являются для вас потенциально напряженными и травмоопасными. Козерог. Отношения с окружающими строятся прежде всего на основе практической взаимопомощи, однако при этом не будут лишними готовность к сочувствию и легкий налет интриги. Водолей. В этот день не исключаются непредвиденные, странные, забавные или загадочные повороты событий. Привнести в ваше существование дополнительную напряженность может непоследовательное поведение других людей. Рыбы. Вы можете стать объектом чужого гнева или ревности. Вам придется призвать на помощь всю свою природную гибкость, чтобы вовремя увернуться от атаки. Магазин «Мастер Градус» – большой выбор товаров для приготовления домашних напитков и деликатесов. Самогонные аппараты, солод, хмель, казаны, мангалы, натуральные оболочки для колбас и многое другое.